Всім привіт ще раз. Будь ласка, займайте свої місця. Ми готові розпочинати. Ребята, будь ласка, знаходьте собі місця і готуйтеся, ми продовжуємо. Так, все, ми починаємо. У нас зараз виступає Міша Костянтінов, і він буде розповідати про те, як штучний інтелект співпрацює з капчею, як з нею можна гратися, не гратися, і взагалі, яким є життя після теста Тюрінга. Ваші вітання, Міші. Меня слышно, да? Всем привет, я какое-то время работал с капчами, поэтому хочу об этом рассказать. Сейчас я работаю в Эликсе, вот этим не занимаюсь, поэтому как бы более-менее спокойно рассказываю о том, что я делал до этого. То, что будет в первой части моего доклада, оно будет немножко про философию, про как бы развитие вообще игры капча, антикапча и понимание, что такое интеллект, как мы будем демаркировать, да, то есть я робот, я не робот. И здесь, в принципе, такое высказывание, что любая философская, может быть, даже вот проблема, которую мы сейчас рассмотрим, при своем глубоком рассмотрении, она перестает быть философской, потому что мы начинаем уже в этом копаться, и вот, по крайней мере, в том смысле, в котором философия ставит вопрос, она перестает быть. С появлением как бы вычислительной техники мы совершили такую революцию, которую когда-то, которая когда-то произошла в индустриальной мире. Вот. И мы смогли решать очень большой спектр задач, и в основном первые такие задачи, которые положились на машин, это численные решения дифференциальных уравнений. Вот. И для расчетов каких-то космических, и для квантовой механики. И в целом вот такие машины, они этим в основном и занимались, находили численные решения. И что мы можем видеть на этом слайде, это прекрасные девушки и мужчины, которые работают в компании NASA, и они тоже решают дифференциальные уравнения. Просто чуть-чуть, может быть, раньше, на пару лет. Это такой человеческий компьютер, и у Фейнмана, у известного физика, у него был целый ряд выпускников, который только этим и занимался, что решал для него задачи. И это большая проблема, потому что мы использовали как бы человека непосредственно как машину, и тот же самый интеллект его сравнивался с интеллектом машины. Ну, понятно, что сравнивать только по решению, по возможности решения таких задач невозможно. И особенно, когда уже появились какие-то там более прогрессивные возможности обучения, пусть и примитивные, но все же. И Алан Тьюринг, он в 50-м году выпускает свою работу, которая как бы рассматривает с психологической, с философской точки зрения интеллект и вычислительные машины. И он там ставит такой вопрос, очень довольно сложный вопрос, о том, является ли интеллект чем-то, что можно фальсифицировать. То есть можно проверить, вообще существует он или нет. И можно ли провести демаркацию между объектами, которые обладают интеллектом, и интеллектом не обладают. И на этот вопрос он дает отрицательный ответ. И кроме этого он говорит, что мы не можем дать определение интеллекту, но мы можем дать определение интеллектуальной задачи. И вот под интеллектуальной задачей он подразумевает какую-то вид деятельности, которую на этом этапе человек решает, но не решает что-то другое. И давайте использовать именно на этом этапе, как эволюционной гонки вооружений, да, задачу интеллектуальную для того, чтобы решить, что есть машина, что есть не машина, и предлагает всем вам известный прямой тест Тьюринга, в котором человек должен, проведя какое-то количество операций, решить, является ли оппонент что-то, черный ящик, является ли он машиной или не является машиной. То есть человек он или не человек, и есть у него интеллект или нет. И, соответственно, появляется обратный текст.
тест Тьюринга, вот, в котором уже машина решает, да, то есть является ли с той стороны машина или человек. И самым как бы простым таким ответом на тест Тьюринга является идея Джона Сёрля. Это американский философ, который предложил следующее. А почему бы нам не придумать какой-то формальный набор правил, который бы при любом инпуте нам бы выдавал output, при том это совершенно не обязательно, что это будет непосредственно какая-то книга, это может быть и сеть, это может быть какая-то система с памятью, без памяти. Идея заключается в следующем, что мы просто задаем ей что-то внутри, сущность, не понимая, что происходит, руководствуется какими-то правилами, выдает ответ и проходит тест Тьюринга. Что в таком случае мы должны принять, признаем мы в таком случае за этой книгой интеллект, потому что, по сути, именно вот этот вот набор правил, он решает интеллектуальную задачу, или не признаем. Ну и понятно, что это глупость, невозможно признать за книгой интеллект, и в таком случае Джон Сёрль говорит о том, что и тест Тьюринга, в принципе, это и его идея интеллектуальной задачи, это всего лишь формализация, и об интеллекте это тоже ничего не говорит. Так что вот можно сказать, что Сёрль, он положил как бы такой вот конец идеи теста Тьюринга, но в глобальном смысле. Но локально он будет использоваться, его используют такие компании, как там Google, Яндекс, Facebook сейчас, и эта система постоянно эволюционирует и в системе гонки вооружений. То есть пытаются специалисты взламывать капчи, другие специалисты пытаются придумывать все более сложные обратные тесты Тьюринга, чтобы их было сложнее проходить. Ну и вот непосредственно переходим к истории как бы развития капчи. Ну, мы будем говорить о капче как о некотором таком… Ну, вообще, наверное, интересно сказать, что капча — это, если кто не знает, это аббревиатура, да, от полностью автоматического теста Тьюринга, который должен различать компьютер и человек, компьютер от человека. И это компьютерная программа, которая должна сгенерировать какой-то тест, который она сама не сможет пройти, но сможет ответить, является ли… Тот, кто его, ну, то есть он знает ответ на этот тест, но не может пройти его сама. То есть вот это какой-то, в какой-то степени это парадокс, потому что мы генерируем такую задачу, которую сами не можем пройти, лишь можем оценить результат. И зададимся вопросом, где в основном используется и кем используется. Ну, здесь приблизительно масштабом хотел показать, какое количество капч по выдаче происходит там в каждый день. И в основном, основной как бы задачей, которую ставят как бы сервисы, предлагаю человеку капчу, это не дать возможность выпросить какую-то информацию и не дать возможность зарегистрироваться. И в какой-то степени Facebook, возможно, просто из-за того, что он занимает как бы большую часть интернета, он не дает возможность человеку как бы создать какого-то бота и жить на просторах. Первая капча, которая появилась в интернете, она появилась в 2001 и чуть эволюционировала в 2000-м, в 2001 году. Значит, у компании iDrive они решили вот не давать возможность регистрироваться ботам, которые уже тогда как-то пытались. И при этом, посмотрите, эти капчи, они были очень-очень примитивные. То есть это, ну, до неприличия примитивные капчи, но в целом они были. Я сейчас… Тут не будет какой-то хронологии, потому что я хотел… показать, вот почему все же вот такая вот капча, она сейчас, ну, по крайней мере, в каком-то виде она сохранилась, а вот тестовых капч мы особо не видим. Вот первая такая идея использовать тест на тексте — это программа Элиза. Она была придумана как формальный свод правил, она была и спрограммирована, но, в принципе, там можно было руководиться и просто книгой, как ей пользоваться. И она изображала доктора по психологии, который отвечал, там, ну, разговаривал как-то приблизительно так: вы хотите об этом поговорить, вас действительно это волнует. И названа она в честь героини Элизы Дулиттл из «Пигмалиона». То есть там, если кто-то помнит сюжет, там девушка из такого невысокого общества была приведена в высокое общество по спору, и идея была вот, а сможет ли она там за какое-то время обучиться так, чтобы пройти в высоком свете тест Тьюринга. Ну, по сути, то есть подходит ли она нам или нет. Ну и вот в честь нее была названа программа. Что интересно, она связывалась по почте тогда с какими-то жителями и пыталась с ними поговорить, что вот у нас там от университета бесплатная программа по психическому состоянию там нашей американской нации. Хотим узнать, все ли там хорошо, и просто поговорить. И люди в целом, ну, не понимали, что что-то не так происходит в большинстве, потому что не были, наверное, тогда просто готовы к этому, потому что, ну, несложно понять, что она говорит какую-то чушь, но в целом, как, ну, мало ли там, поговорить.
Это был 64-66 год, и в 72 году уже Стэнфорд, по-моему, да, то был, в чем была идея? Вот создать такую же машину, которая будет генерировать уже не психиатра, а параноика. И вот Перри, она генерировала параноика, все время вела себя как-то неадекватно, но при этом не старалась не повторяться. И, ну, в целом, психически нездорового человека от машины вообще, наверное, сложно отличить, потому что он может себя вести как-то немного странно. Но даже состоялась такая вот баталия между вот Элизой и Перри, в которой они пришли к тому, что вот тут они вот ссорятся, и говорит, он говорит, ты должна проявлять больше внимания. Это, возможно, это ты должна проявлять больше внимания. Ну, как бы такой шуточный спор, но, по крайней мере, оно было. И мы зададимся вопросом, почему сейчас не используются тестовые такие капчи на проверку. Тьюринг сам, я не знаю, чем он руководствовался, может, регрессией какой-то, он предложил, вот, что машины, у которых будет 120 мегабайт оперативной памяти, они к 2000 году, они смогут вот в 30% людей обмануть. Ну вот он, вот, не знаю, вот откуда он эти цифры взял, честно, но вот он это сказал. И можно, в принципе, сейчас сказать, что он далеко от истины не ушел, потому что там программы современные, которые вот есть сейчас, как Гусев там и прочие, они пытаются обманывать. Много хайпа вокруг них было почему-то. Я не знаю, это безумно тупые, примитивные программы, которые расколют кто угодно, у них совершенно нет памяти. Но здесь можно наблюдать, что вот спрашивают у Гусева, типа он превращался мальчиком из Одессы, и его спрашивают, вот сколько там ног может быть, да, у верблюда, он там говорит, 2-3, 2-4, может быть, 3 там. После этого ты с ним говоришь, там, если это чернобыльский мутант, то есть у него здесь какие-то там заготовленные ответы, потом его можно спросить еще раз о многоножке, например, он опять же скажет, там, 2-4, может быть, 3, то есть он повторится. Но опять же, то есть если человек-специалист, он понимает, что у таких систем, скорее всего, проблемы с памятью. И даже у современных систем, которые работают на текстах, там, переводчики и прочие, у них действительно проблемы с памятью. Они там в рамках предложения, ладно, абзацы уже могут мысли, ну, как-то сохранять там, свою мысль, но больше нет. Но их не используют не по такой причине, потому что, ну, они плохо работают, а потому что нужно очень много времени для того, чтобы их раскусить. То есть, я не знаю, поговорить там 5 минут и понять, там, вы машина или не машина, это очень долго и неэффективно. И быстрых таких тестов нет. Ну вот те капчи, которые мы вот классически можем наблюдать, вот 2002-2006 год, то есть это вот такой классический вид текстовой или цифровой капчи, они все сейчас прекрасно решаются, но какое-то время они использовались. Почему? Потому что они все были генеративны, то есть не нужно было совершенно тратить время на собирание датасета, на какое-то много тратить денег на программистов. Достаточно просто было генерить какой-то шум, а может быть слова из словаря, чтобы человеку было проще, как-то его искажать и отдавать пользователю. Чуть-чуть уже позже, когда предыдущие тесты, они были почти все уже поломаны классическими какими-то алгоритмами, либо там таким примитивным машинным обучением, уже появилась рекапча, и она в какой-то степени интересна, потому что она решала уже задачу какую-то полезную для мира. А те программы, которые распознавали книги, они иногда не способны были распознать что-то нормально, и те части слов, которые ненормально не распознавались, подавались в рекапчу. Поэтому рекапча, по сути, она всегда давала одно слово, которое, например, она в нем уверена, а второе слово, в котором она не уверена. При этом пользователь на самом деле мог, ну не все об этом знали, но мог бы ввести всего лишь одно слово из них, и он прошел бы тест. То есть, в принципе, вот как пример, вот здесь вот если первое слово ввести правильно, тест будет пройден, и второй просто невозможно пройти, но никто об этом не знает. Ну и дальше набиралась статистика, если бы вот это слово 5-6 человек случайно одновременно правильно бы решили, то было бы ок. Из этого вытекала такая очень простая атака на рекапчу, когда просто если много ботов генерит одинаковый шум, ну и, в принципе, если бы их было большинство, как игроков там на бирже или что, то они бы, в принципе, начали бы приходить, потому что решалось бы, что вот это вот шум, это все какое-то одно ААА, и это ААА, и все ААА, и все, можно проходить тест. Ну, так как и были реальные люди, которые не давали этому, ну, в принципе, оно работало. В Рунете тоже появлялась капча, вот, наверное, такая известная капча от Яндекса, она там существовала до предыдущего года, и они не заменяли ее ни визуально, ни какой другой. Она как бы была, может быть, с какими-то искажениями, но в целом тоже довольно легко решалась. До 2011 до 2014 года Google использовал для
как бы доверяемого сегмента, которому, в принципе, он более-менее верил, он использовал цифровые капчи, а вот тем, кому не верил, он рандомные какие-то буквы давал. Ну, хотя они не намного сложнее, чем цифры. И если мы копнем чуть больше в историю, то мы заметим, что в 97 году уже была публикация о том, какие вообще могут быть типы капч, и даже патент был получен, правда, он никому был не нужен, потому что вот это вообще не капча, там определить, что здесь лошадь, это сейчас любая сеть сможет, поэтому, в принципе, можно сказать, что сама идея уже была в 97-м, какие могут быть варианты, но они там рассматривались очень примитивными. И в 2014 году, когда предыдущие уже тоже капчи были поломаны, была предложена идея с рекапчей. Ну, тут, наверное, тоже все знают, что основная идея сводится к тому, что мы не просто вносим какие-то искажения и генерируем сложные картинки, а мы рассматриваем поведение пользователя на сайте, как он там дошел до этой капчи, мышкой, не мышкой. Поэтому, в принципе, если хотите ввести картинку, можете дотабить до туда, нажать Enter, ну и не с первого, так со второго раза вам картинку выдаст, потому что, так, наверное, можно, так человек себя обычно не ведет. Вот. И если такие рекапча считают, эта часть называется no капча, а вот та часть, которая вторая рекапча, та была первая рекапча. Вот. А это как бы вторая рекапча, вторая ее версия. Она выдавалась после no капча, если no капча не пройдена. И в основном это какие-то из номера домов или какие-то изображения с улиц. Опять же, на распознание текста задачи и на распознание классов. Чуть позже появились уже более сложные там, задачи с сегментацией, с определением знаков и всеми нами любимых вывесок. Там магазин, не магазин. Значит, в чем... Как вообще Google позиционирует свою нокапчу и рекапчу? Он говорит, что, во-первых, наша система, ей можно пользоваться, она останавливает ботов и не дает им проходить. Но, кроме этого, вы благородное дело делаете, вводя капчу, вы нам помогаете вообще нашему интеллекту понимать, где тут там знаки, где тут магазины, не магазины. У нас улучшаются из-за этого карты, поэтому, в принципе, вы тратите свою, энергию, которую вы получили, когда поели, в то, что обучаете нашу нейросеть, и спасибо вам за это большое. Вот. И вы еще помогаете библиотекам мировым, потому что мы их оцифровываем, у нас, опять же, проблемы с некоторыми распознаниями символов, и вы тоже можете это использовать. Мы можем использовать ваш интеллект для того, чтобы обучить наших роботов. Ну и вот такие более-менее уже современные, которые в 2016 году стали активны, потому что боты тоже стали сильны, это какие-то знаки и вывески, то есть магазин, не магазин. Вот эта вот задача до сих пор она решена не очень хорошо, то есть в целом там 60% это ок, то есть ее решаются, но ее стараются тоже не показывать, потому что выходит так, что человек ее тоже плохо проходит, и ее показывают в основном, когда вам очень сильно не доверяют, и в целом время, которое вы на нее тратите, тоже совсем не ок. Плюс, если вы видите, тут есть аудиоверсия, она была уже поломана, но она тоже крайне неудобна была в свое время, то есть там слышался какой-то шум, и мне кажется, в какой степени людей, которые плохо видят, их еще оскорбляют тем, что им какой-то шум дают слушать. Да, уже нет. Потому что они год назад была статья, да, что они полностью. Да, решалось легче, но все равно машине может легче, а вот человеку уже совсем там что-то странное. Вот они позиционируют себя, что мы не просто показываем, если что, какой-то искривленный дикий текст, мы используем для этого какие-то особые алгоритмы и техники, и кроме этого еще поведенческий фактор. Перед тем, как мы это покажем, мы еще посмотрим, как вы себя вели, но в целом как-то так. Ну и последнее, я, к сожалению, наверное, не знаю, смогу ли я это показать. Окей. Я попробую, по крайней мере. Нет, там ничего не меняется. Я понял. Так, это... Здесь, думаешь? Не уверен. Я понял. Я не уверен, что я могу так запросить доступ. Ну, ладно, если чувак вернется, то я попрошу его включить это как-то. Там показывалась последняя версия капчи от Яндекс, которая она появилась в 2017 как замена. Что-то там, геморрой.
Ну, окей, ладно, неважно. Как замена предыдущей текстовой капчи, и они, кстати, не пришли сейчас к... Они, у них есть капча, которым нужно показать, где у девушки платье, на каких квадратах, где там дома, где не дома, но в целом они сейчас используют очень дикую текстовую капчу, очень сильно зашумленную, и вот она у них как бы такая вот современная. Давайте теперь поговорим о не о капчах, а о антикапчах, как они решаются и в целом какие подходы были. Ну, первое, что нам нужно, это собрать дату. Ну, с датой тут все очень как бы просто. Если мы просто сразу понимаем, что мы нигде скачать эти датасеты не можем, потому что, ну какие датасеты для капчи могут быть, если это генеративная капча, а если это не генеративная какой-то датасет, ну, вам никто его не даст, а если он где-то и появится, то скоро исчезнет, потому что, ну, тогда можно будет ломать по этому датасету. Поэтому есть сервисы, которые предлагают услуги по разгадыванию капч, и разгадывают капчи реальные люди, вы платите им деньги, они вам возвращают капчи. Вот как пример того, что Яндекс вообще генерит какую-то страшную жуть. Вот он, например, на иврите что-то сгенерил, человек попытался, реально попытался вот добросовестной работой, он сказал, что здесь 7NN. Ну, может, типа там чуть-чуть похоже, да, лямет на 7, ну, неважно. Вот. Кто-то вот халтурил и вообще абракадабру написал, в принципе, ну его тоже можно понять, потому что он на это не подписывался, тут вот русский стоял, типа, ему за это платят. Притом человек, который, вот вы смотрите, 22 секунды решал, это довольно много, то есть в целом, то есть он постарался, ну, да. Вот, а теперь о как бы порядочности, непорядочности таких сервисов. Ну в целом, что мы можем сказать, что такие сервисы, они зло, да, вот Яндекс, Google хочет обезопасить мир от спама, от ботов, а эти сервисы дают, во-первых, возможности хакерам, ну, или там спамерам, впрочем, использовать их и решать антикапчи, во-вторых, еще как бы поощряют такой тип заработка. Но как бы этот сервис придумал такую себе как бы защиту в оправдании, я вот такого реально никогда не видел, вот не могу с вами не поделиться. Вот эта сторона называется антикапча. Здесь можно зарегистрироваться и давать задачи, а вот та сторона, которой юзеры типа это решают, называется «колоти бабло». Вот «колоти бабло», вот там, где можно зарегаться и решать капчи за копейки, это какая-то страшная страница, где еще представлены истории пользователей, людей, которые решают эти капчи. Притом они, видно, как-то заплатили или поощряли их и заставляли их выкладывать свой дом у всех, свою еду и себя в полный рост. Вот, ну или хотя бы вот как-то так. То есть, и здесь какие-то такие, знаете, очень, очень тяжелые истории, особенно вот я не могу, я там имена постарался убрать, но вот довольно, типа, конечно, на вводе капч много не заработаешь, и дальше вот цена за капчу. То есть я по грубым расчетам посмотрел, что 2 доллара в день полностью, вот полный рабочий день, без бутербродов, без там выйти в туалет, вот так вот за монитором, и со скоростью 10 секунд на капчу, не 22, а 10, то вот где-то так можно заработать. Но как вот я сейчас следующую покажу, тут вот история такая, тут тоже вот еда, почему-то, то есть комната, там вход в дом и вот фотографии. Видно, они всех заставляли это делать. И тут вот история приблизительно так, что вот она на «колоти бабло» работает уже 4 года, и когда она начала работать, была только простая капча. Но за несколько лет проект развивался, и было много новшеств. Вот. Но это не может не радовать. Потом она говорит, что вот появилась рекапча, и за которую платят больше. То есть она стала сложнее, соответственно, как бы человека часы на разгадывание такой капчи стали больше. Ну и она дальше как бы желает дальнейшего процветания. Я не пойму, антикапчи, капчи, сервису, но в целом, идея какая? Здесь основная мысль, можно уловить то, что стало сложнее. То есть как-то так. Ну и что, собственно, если у вас есть готовая антикапча, почему бы не воспользоваться этим сервисом, чтобы чуть подзаработать? Ну, представьте, у вас есть бот, который отлично разгадывает капчу, да, и вы можете вместо этих людей разгадывать капчу и получать их же, ну, колотить бабло. Так вот, если вы хотите колотить бабло, то тоже ничего сложного нет, потому что вы можете регистрироваться, если вас забанят, вы можете регистрироваться на этом сервисе снова, потому что там на входе всего лишь стоит капча. То есть вы регистрируетесь на этом сервисе антикапча, вводите капчу, вас банят за то, что вы не так хорошо будете, как человек, все же, и вы регистрируетесь снова, потому что там все та же она. Чтобы больше, да, чтобы лучше вводить, да, вот как минимум. Один, и им хоть какой-то навар, да, людям, то есть, типа, окей. Вот, ну, короче, на этот бреде я долго останавливаться не могу, это приблизительно я пытался вот так нарисовать то, что предлагали там на Хабре. Ну, но оно, видно, работало в 2011-м, и там точность, которую чувак описывал, там, по-моему, 9% у него получилось. Что он там предлагал? Он предлагал нарезать
ровненько по количеству букв, которые предсказывает одна сеть. То есть одна сеть получает вот типа исходную картинку, у нее там 4 нейрона, которые каждый отвечает за 4, 5, 6, 7 букв. Дальше он равномерно нарезает. Вот. А дальше у него второй классификатор решает, какая это буква будет. Вот такая штука давала точность 9% по его утверждению, и типа оно работало. Яндекс разозлился немного по ходу, и он начал банить, то есть он отправлять в бан людей, которые вводят несколько капч подряд неправильно. Ну, то есть если вы одну ввели неправильно, вторую, третью, и тогда чуть-чуть там можно было усложнить систему, то есть тоже не намного, но там сделать классификатор чуть сложнее, да, опять же, и использовать расстояние Левенштейна. Это просто, ну, очень простая идея. Есть словарь, ищем соседнее слово. Вот это слово ближе всего из тех, которые есть в словаре. Отлично, получаем капчу. Вот как пример того, что да, вот, с самого начала, если делать, там получается около 34%. Если использовать несколько сетей стек, они там голосуют какую-то более сложную систему. То есть там до 50% можно спокойно поднять. Google. У них, вот это я показывал буквенную капчу, у них была цифровая капча, это опять же до 2014 года. С ней было такое интересное искривление, то есть здесь есть некоторое преобразование, да, над исходным изображением, мы понимаем, что у нас генерировано, а потом оно подвергнуто преобразованию. Вот задача сводилась предварительно при процессинге. Если в предыдущем случае мы нарезали и понимали, сколько букв, ну, это понимаешь, что это примитивные модели, просто я рассказываю эволюцию этой системы, да, то здесь мы ищем преобразование, как вот, ну, в принципе, здесь видно, что оно чуть-чуть раскривилось, ну, потому что, ну, видно, да, что там семерка чуть-чуть, может быть, это не самый лучший пример, но в целом нам нужно найти преобразование. Ну, как это можно сделать? Там были идеи о том, что можно искать какое-то, не знаю, например, там упала какая-то нитка или какой-то там полином третьей степени снизу сверху и попытаться раскривить. Можно посмотреть, там, какой угол у последней первой цифры и попытаться как-то раскривить. Но в итоге типа локализировать, а дальше нарезать. И в целом такая задача чуть сложнее, потому что тут невозможно применить вот эту вот идею с расстоянием Левенштейна, потому что вот Яндекс он тупанул, и он использовал слова из реального словаря. Такие слова есть. А вот здесь вот могут быть любые последовательности, поэтому вот это вот решалось там сходу где-то на 20%. В принципе, ок, парсить было можно. Когда-то можно было, ну вот видите, давно на втором питоне. Типа, что происходит вот сейчас? Я не знаю, но вот статья 2017 года на Хабре, я не знаю, почему в 2017 вообще о таких капчах говорят, но говорят о том, что вот на Стиме там можно с 70% точностью, там Mail может где-то используют. И вот что интересно, кстати, Google еще вот дает такую капчу, если он вам совсем верит. Вот если он совсем верит, он вам может такую показать. Такое редко происходит, но происходит, поверьте. Вот. Ну и в целом все мы понимаем, что уже там 2013-2014 год такие капчи никуда не годятся, они ломаются очень легко. И самый лучший подход — это, конечно, не нарезать, а использовать как бы optical character recognition, там какие-то системы. Узнаем, где буква, узнаем, где символ, детектируем символ, как-то там пытаемся, не знаю, преобразовать, и все, и готово. Ну, дальше, конечно, мы говорим о визуальных капчах, которые более современные. Тут я долго на моделях тоже не буду останавливаться, потому что я уверен, что все знают там как бы основные базовые, то есть связанные там с деконволюцией, там shape мы можем как-то определить, чуть более там современные подходы для этого. И опять же, вот пример работы, вот это уже было в предыдущем презентации. То есть мне кажется, что это очень классно. Здесь каждый физик выделен и выделен очень неплохо. Ну, тут есть, конечно, недостатки, но в целом, не знаю, очень быстро и качественно. И применив вот такую предобученную на ImageNet, на сеть, мы можем, в принципе, дообучить ее чуть-чуть, опять же, на том же сервисе, доразмеченную людьми, и получить вот уже вот такие вот результаты. То есть здесь задачи какие? На сегментацию и определение класса одновременно. Нам не говорят о классе, мы здесь поняли, что класс машина, провели здесь сегментацию, локализацию и понимание, что это за класс, car совпало, значит, нам вот нужно выбрать, где intersection over union хотя бы больше, там, не знаю, 5%. Вот все мы выбрали. Уже не дает, да. Но сейчас они дают для знаков. Вот, для знаков, да, машины уже, да, уже. Вот здесь тоже это старый пример, в принципе,
но уже такое тоже тяжело встретить, но в целом тоже задача, ну, кота надо найти, окей, найдем кота. Вот хороший пример для машин, но и тоже он, типа, он сработал, да, то есть вот здесь уже дальние такси не видны, но опять же, если там чуть-чуть дообучить, может, оно будет работать, но в целом, ну неплохо, неплохо. И что касается вот реального уже применения, даже не нужно выгружать, вот просто пишем работу, эмуляцию работы в браузере, пытаемся поспамить, используем MaskRunCNN, дообучаем его слегка на знаках и прямо вот просто по скриншоту с браузера определяем, вводим и дальше спамим сколько мы хотим. Ну вот сейчас еще знаки пока используем, посмотрим, что будет дальше, но пока спамить в принципе можно. И даже я говорю о том, что не нужно ее забирать, эту капчу. Вот. Ну и как бы вверх вот того, что происходит уже после того, как дообучить на как бы эту капчу, что в принципе распознаются и машины, и знаки, и там буквально вот такие вот мелочи, как вот здесь вот видите, он знак, но он перевернут. И я вот даже сам не знаю, если бы он сейчас попросил распознать знак, вот нужно было бы ли выделять нижний квадрат, потому что здесь знак, но он перевернутый. Справа. Ну, да. Здесь просто дело в том, что просто здесь стоп-сайн, да, типа, это может быть просто, этого не было в классе. Если это делать, то можно дообучить. Это как бы библиотека, которая есть, вот, и Игорь о ней рассказывал, она реально хорошо работает от Facebook, она доступна, и можно дообучить. То есть буквально там, если у вас есть шейпы, немного и времени, и у вас это тоже есть. Значит, сейчас я чуть-чуть поговорю еще о текстовых современных капчах, но перед этим я попрошу, если можно, запустить одно видео. Вот его, это реально? Ну, я дам. Я должен, типа, ввести здесь свой... Нет? Окей. Типа я могу зайти просто в свой этот. Сори, я видишь, вот так могу зайти. Да ок. Да все, все, сейчас мы быстро зайдем в диск. Я прошу прощения, действительно, у нас тут небольшая заминка, я сейчас попытаюсь его быстро найти. Если нет, то я забью и продолжу, насколько мне терпения хватит. Ну вот, доступ, как его, вот это оно, доступ, может просматривать. Да. А давай еще для всех это сделаю, и для предыдущего. Посмотри, оно не появилось? Сейчас. О, отлично. Посмотрите, это как раз пример того, что сделал вот Яндекс, чтобы оставить, а? Да-да-да, ну запускай, да. Чтобы оставить как бы свою текстовую капчу, да, новую. Она довольно дикая, то есть там шумы довольно специфичные и очень длинные слова местами, а местами очень короткие, и иероглифы, и прочая хрень. И главное, что ну, там ну, так все размазано, ну очень тяжело, и вот предыдущие методы, смайлики появляются местами, их не нужно вводить, а вот буквы, которые от них справа, нужно вводить. То есть все очень как-то плохо и тяжело. Ну вот, и они сейчас это используют у себя, но... Здесь подход тоже к этому есть, особенно вот там, где длинные надписи, это тоже все решаемо. Ты можешь остановить, да, и дальше продолжим. Вот. Это был пример всех, которые вот, я напарсил. То есть там были и сложные, и легкие там тоже, конечно, были. Вот. А с ними, ну, подход приблизительно такой же. То есть это решение... Текстовый тяка капчи — это решение картинки. Проблема в том, что если там действительно 14-15 символов, очень сложно решить, и, конечно, никакое там распознавание, там, не знаю, буквы не идет речь, нужно решать как-то более современными методами. И как это можно сделать? Но здесь идея как бы происходит от Google переводчика. Все мы знаем как бы о механизме внимания. Кто не знает, я буквально чуть-чуть о нем скажу. То есть идея такая, что у нас
есть, как сейчас работает переводчик, у нас есть некоторая последовательность, которая скармливается и выплевывается другая последовательность. Потом мы обучаем, типа, обратно. Вот со временем учимся выплевывать правильную последовательность, например, перевод, да. Вот идея со вниманием, она следующая. То есть кроме того, что мы учимся выплевывать правильный перевод, мы еще, выплевывая каждое слово, смотрим на его как бы слепок, который был у энкодера, и ставим ему какой-то коэффициент важности. И вот эту информацию пытаемся использовать еще как-то в дальнейшем, потому что раньше мы не использовали выходы как бы от энкодера, а мы, ну как бы жалко пропадать им зря, давайте их использовать. Ну и в целом такая штука, она хорошо работает, когда у нас предложения большие, и как бы коэффициент точности перевода становится намного лучше. И вот тут есть как маска внимания, которую мы можем видеть. Вот когда переводят с английского на французский, там последовательность слов, вот европейский, экономический, там, ну, area, да, правильно сказать на французском сначала zone, да, потом economic. Так, ну, то есть другая последовательность, и мы видим, что вот сеть, языковая модель ее и модель внимания выучила, как правильно на новом языке это генерить. И вот как пример, который есть, то есть мы съедаем какую-то последовательность слов и генерим на ней другую последовательность слов, но при этом смотрим, как в китайском, на два сразу, генерируя одно на английском, потому что мы знаем, что в китайском это у нас слога, и они в основном чаще всего по два идут, поэтому вот как бы мы видим, что механизм внимания работает. И дальше как бы для CAPTCHA там используется определенный механизм внимания, есть как бы разные подходы к нему, но идея в общем следующая, что мы должны дать какой-то скор важности выходу энкодера. И вот подход, который предложил Богдано, он как бы на сегодняшний день самый популярный, потому что он хорошо расширяем. То есть нам ничто не мешает, кроме того, что здесь сначала там провести какую-то одну сеть, мы можем здесь сделать там каких-то несколько преобразований, более какую-то сложную архитектуру и сделать наш attention чуть-чуть более сложным и качественным. Вот какую модель предложил как бы Google для своего переводчика. И по отношению к картинкам мы знаем, что вот можно генерить какие-то типа описания картинкам на основе этого и использовать вот эту модель. Ну, в целом это уже похоже на CAPTCHA, потому что у нас есть картинка и есть сгенерированный текст. Там нам нужно по буквам это сгенерировать. И в общем идея приблизительно такая. То есть предлагается, что мы скармливаем сверточной сети картинку, и дальше фичи-мапы, которые у нас пространственные, по столбцу мы скармливаем уже рекуррентной сети. Ну и дальше здесь как бы хороший подход сделать, ну не знаю, я пробовал там буквально там 9 слоев ResNet, было ок. Дальше здесь такая же идея, как в Google переводчике, то есть это bidirectional, тоже Res архитектура, вот, и какой-то attention. То есть attention стандартный Богдану, он плохо обучался, если его сделать тоже чуть-чуть посерьезней, не хочу тратить время об этом, как там, в принципе, несложно, то можно добиться как бы лучшего результата. Ну и в целом, вот на той CAPTCHA, которая разгадывалась там с точностью 40% до этого, получается 98%. То есть вообще, ну как человек. То есть мы можем видеть вот эта вот желтая линия, это то, как attention обучился. То есть ширина букв разная, но в целом хорошо обучается. И ну так как датасет валялся, типа он сейчас уже Яндексом не используется, но можно было на нем обучить. Вот. И ну, это ок. Уже намного лучше. Потому что мы не используем нарезку и не используем. Понимаете, мы не используем идею о том, что мы вот вырезаем отдельно букву и ее распознаем. То есть у нас сеть, она как бы за один проход все делает. Она и смотрит на картинку и выплевывает ответ. То есть мы учимся как бы за один раз всему. Как это остановить? О! Да не знаю, открывать доступ, не открывать. Приблизительно тут происходит то же самое, только на новые их CAPTCHA. И здесь точность получается на каждый. Они решили показывать тоже новые сгенерированные картинки. Не сгенерированные, а из книг. И использовать это для распознавания. И идея тут такая, что одну картинку разгадать можно, но нужно две. Они уже не дают такой халявы, что можно только одну разгадать. И поэтому там точность была 83%, но в целом получается, чтобы две разгадать одновременно 70. Но 70 тоже ок, он в принципе пропускает, так что можно парсить спокойно и Яндекс. Теперь о будущем. Вот смотрите, мы уже в принципе довольно много поговорили об этом, и в целом эта картина напоминает парадокс Зенона. Ну, наверное, все знают, там идея такая, что вот черепаха, она, например, находится на 1000 шагов от Ахиллеса, и она делает, например, там 100 шагов за это время, Ахиллес делает там
тысячу, она делает 10, Ахиллес делает 9, и в итоге Ахиллес все время приближается к черепахе, но догнать ее не может. Но здесь о чем идет речь? То есть сервисы, которые там Google, Яндекс, они могут генерировать все более сложные капчи, хакеры или там, не знаю, там дата-сайентисты, там кто угодно, они будут пытаться их взламывать. Но просто до какой степени вот это расстояние, оно будет уже ничтожно. Ну хорошо, вы сгенерите там чуть-чуть более сложную капчу, ну будет предыдущая версия ее разгадывать с вероятностью не 90%, а 88%, но все равно пропустят, типа, ну, так не ок. И возникает следующий вопрос. Можно ли придумать какую-то идею о том, чтобы, ну, как бы поменять немножко тип капчи или что-то другое придумать? Вопросов много, но одно из таких решений — это найти либо более нерешенную на сегодняшний день задачу, но это, опять же, мы упираемся в парадокс Зенона, да, или отталкиваться от парадокса капчи. Ну в чем парадокс самой капчи? То есть это программа, которая должна сгенерировать тест, который сама же не сможет пройти. То есть программа должна оценить, но сама пройти его не сможет. И вот в таком случае можно использовать следующий подход. То есть мы берем какие-нибудь данные, ну, как бы идея обычная, и генерим ганом на основе них там какое-то изображение. Если сеть способна, дискриминатор, его работа сводится к тому, что он оценивает, насколько хорошо типа генератор отработал, сгенерировал, насколько реальную он картинку. Если дискриминатор способен хорошо отличить реальное от нереального, значит, типа, все с дискриминатором хорошо. Проблема в том, что во многих задачах дискриминатор, тот, который обучается, тут может стоять самая современная архитектура. Он будет это делать хуже, чем человек. Особенно это касается лиц. И в таком случае предлагается вот следующая добавка. То есть мы просто смотрим, берем какой-то реальный датасет, один, второй, третий, прогоняем самые современные архитектуры, которые на сегодняшний день есть, да, то есть, опять же, это же гонка вооружений, и смотрим, насколько хорош дискриминатор и насколько мы еще пока хороши в этой задаче. И вот хороший пример, да, то есть генерация лиц. Есть реальные лица, есть сгенерированные лица. На решение этой задачи человеку не потребуется много времени. То есть это может быть чуть-чуть больше, чем потребуется на там, прохождение обычной капчи. Но в целом можно понять, какие лица сгенерированы и какие нет. И если на сегодняшний день человек, опять же, способен пройти этот тест, а машина нет, то мы можем быть уверены, что машина не может его пройти. Потому что если бы дискриминатор смог его пройти, то генератор бы следующим ходом постарался бы сгенерировать лучше. То есть мы здесь отталкиваемся от парадокса этого самого, что машина не может пройти, мы уверены, что генератор не может это сделать. И если мы чувствуем, что разрыв большой, значит, этот датасет подходит. Если со временем лица начнут генерировать прям вообще идеально, ну, можно генерировать целые, я не знаю, видеозаписи. Видеозаписи, ну, ближайшие, не знаю, пару лет вряд ли будут генерировать очень хорошо. Научатся видеозаписи, что-то дольше, не знаю, VR-контент, прочее. Я понимаю, что это зайдет до абсурда в целом, без биометрики, но мне кажется, что у капчи вот только либо, возможно, такое будущее, либо, ну, никакого в целом, потому что все эти интеллектуальные задачи нерешаемы. Ну, в целом все. А что за подход? Я просто... А, ну это капча. Ну в целом, то есть идея, да, такая, что в принципе, мне кажется, эмулировать работу пользователя несложно. Ну, то есть поведение его теплокарты можно делать. Единственное, что здесь идея в том, что если мы будем только от этого отталкиваться, человеку, который, ну реально нет мышки, он дотабает до туда, он его не пройдет. Дальше все равно нужен какой-то тест такой более вот простой, привычный для капчи. Потому что капча — это в какой-то степени это культура. То есть мы же привыкли к таким капчам. Мне кажется, что возможно за этим будущее. Я считаю, что биометрика тоже хорошая вещь. Ну то есть типа, ну вот, то есть все... Ну да, что-то типа такого. Но если мы говорим как бы о вот таком тесте, где мы не даем биометрики, потому что биометрика — это все же отделение живого от неживого. А капча здесь у нас, как бы идея теста Тьюринга, что у нас есть черный ящик, мы не проверяем, живой это не живой. Вот поговори со мной, по взаимодействию, и я решу, есть у тебя интеллект или нет. Ще запитання у когось? Схоже, що нема. Окей, ми готові закінчувати. Ваша подяка Міші. Так, ну що ж, ми закінчили з офіційною частиною, а далі ми переходимо до частини афтерпаті, яка відбуватиметься на тій самій терасі, яку ви вже бачили. Вас там чекає їжа, пиво, музика і куча людей, тому хто має бажання, залишайтеся, буде цікаво.